Всем привет, ребята! Ну что ж, мы открыли новую клинику. Клинику Food Clinic. Называется педикюрная клиника. Педикюрная, потому что мы будем заниматься ногами. Давайте посмотрим, начнем. Первый день у нас новый пациент. Так, здравствуйте, что у вас с ногами? Давайте посмотрим. Так, у нас есть какая-то щеточка. И мы счищаем какую-то мозоль. Ой-ой-ой-ой. У нее тут мозоль. Какая-то прям как будто камень какой-то нарост. Так, у нас есть такая вот пилка. Аж искры летят, нифига себе. Все, мы все счистили, посмотрим. Ух ты, сразу нам дали монетки, денежки нам дали. И новый инструмент, пинцет для занос. Открываем 50%. Следующий посетитель. Так, это у нас мужчина. Ой, у тебя такая же проблема, как у вот этой дамы, которая была. Че, где вы там ходите? Может, это они ходили, загорали. Но какие-то наросты. Давайте мы этот нарост тоже уберем. Все отлично. Так, пока легко все. Пинцет. Новый предмет открыт. Хорошо. Так, пинцет для занос. Замечательно. А что тут еще есть интересного? Ладно, назад. Первый день завершен. Получите 420 монеток. Спасибо. Так, что у нас тут можно улучшить? Давайте купим такой вот либо кактус, либо... Давай кактус возьмем. Что там дали? Я не понял. Разве это кактус? Ага, ладно, продолжаем. Садимся на кушетку. Что у вас есть? Фу, что это такое? О боже мой. Блин. Какой-то гной. Ах, гной в виде червяка. Фу. Так, ну все, мы его... давайте сюда, в кормушку положим сюда, к рыбкам. Видишь, нам сразу аквариум предлагает, чтобы мы кормили рыбок этими червяками. Фу. Ой, ты плохо выглядишь. Так, надо взять мазок у вас. Так, сорта, да? Так, давайте соберем вот эту вот гадость всякую. Сделаем мазочек. Так, давай туда поместим. Так, прекрасно, мы отправили тебе образец для исследования. Будет готово через 12 часов. Прилягте на кушеточку, пожалуйста. Так, а также опять у вас такая есть мозолька и червячок. Так, давайте это все счистим. Так, все счистили. И теперь вот эту штуку надо вытащить. Ой, фу, гадость какая. Кирлан, вытаскиваем. Есть, вот такой червяк. Все, ты свободен. Давай денежку нам. Молодец, спасибо. Пинцеты и педикюрные ножницы мы скоро откроем. Давайте полечим вот этого чувака. Прилягте. Так, давайте посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У тебя у этого на пальцах эта вот гадость. Давайте мы это все счистим. Готово. И нам нужно убрать у тебя тоже тут этот червячочек. Червячок. Слушай, да где они так живут, что тут у них червяков столько много? Все, освободен. Давай, плати деньги. Поздравляем, открыт новый предмет. Так, у нас тут инструменты добавляются потихонечку, понемножечку. Поэтому, ребята, и усложняются всякие различные всякие штуки. Так, давай станцию возьмем, вот эту вот я хотел купить. Ага. Давай посмотрим. Вон оно что. Блин, оно что так двигается. Ладно. Продолжаем. Прилягте. Давайте посмотрим, что у вас там на ноге. Ух ты. Смотри, у него получается вросший ноготь. Надо его отрезать. Отрезаем. Удаляем пинцетиком аккуратненько. Так. Обработаем. Все обработаем. А надо зашить еще было. Получен новый инструмент, премиум-инструмент. Ладно, спасибо. Так, все отличная ножка. Дальше. Мыло и антисептик мы скоро получим. Какая-то мадам. Здравствуйте. Прилягте. Давайте посмотрим на вашу ножку. Ну, у вас ничего страшного. Как бы мы сейчас это все счистим. И у вас нога будет отличная, как новенькая. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. У тебя тоже росший ноготь. Давайте это все уберем. Обработаем антисептиком. Все здорово. У нее было две проблемы, не одна. А я-то думала, у нее просто натоптыш. Оу, VIP.
VIP-клиент. Пропускаем VIP-клиента. Сегодня не твой день. Мы сегодня обрабатываем обычных граждан. Ой-ой-ой-ой, хромает. Прям бедолажка. Ну-ка, быстренько. Прилягте, посмотрим, что у вас за проблемка. А, обычный червячок. Ты чего хромаешь-то? Очень много у людей такая проблема есть. Все, вытащили, выкинули, убрали отсюда. А вот что ты хромал-то, а? Бедолажка-то. Так, поздравляем, открыт новый предмет, антисептик и мыло. Вот это я представляю, кто там будет ходить, чтобы надо было бы еще мылом мыть ноги. Не тебе ли, мадам, ноги надо будет мыть с мылом? Точно тебе. У тебя тут какие-то бактерии завелись, давай это все помоем, почистим антисептиком. Все. Так, ух ты, премиум инструмент. Ну, это у нас потом откроется автоматически со временем, поэтому продолжаем. Готово, бритва. А, бритву мы сейчас будем получать. Круто. Так, можно нам прокачать еще какую-то мебель, 1500 есть. Ну, давай станцию прокачивать будем. Есть, у нас компьютер появился. И еще можно мебель. Мебелюшечку купить. Все. Продолжаем. Так, прилягте. О, тут надо мылом обработать тебе, чувак. Помыть это все. И с таким спреем все это смыть. Так, а это натоптыш у него, да? Снимаем огрубевшую кожу. И счищаем нарост кожный. Все, отличненько. О, нифига, он сколько нам денег заплатил. Открыт новый предмет. Это у нас машинка для стрижки волос. Ага, бритва даже. Бритва? Ну ладно. Посмотрим, что мы с этой бритвой будем делать. У кого-то волосы будут расти там на ногах. Сейчас мы это проверим. О май гаш. Сколько волос. Давай это все сбреем. Вот, не так страшно. Просто выглядит все это так ужасно было. Оп, и мизинчик. Оп, давай, оп, отлично. Так, новые педикюрные кусачки у нас скоро будут. Так, прилягте, девушка. Посмотрим, что у вас там. Волосы поди выросли. А нет, это просто нужно почистить мылом. Намылить хорошенечко. И это все смыть антисептиком. Дальше что у вас? Ай, фу, у вас такая же проблема какие-то. Может быть, это какое-то заболевание, слушай? Такие вот такие волосы. Как ты думаешь? Жесть, жесть, конечно. Все, это мы это почистили. Открыт новый инструмент. А-а-а, духи какие-то, круто. Ножка отлично себя чувствует. Поехали дальше смотреть. Так, опять-таки VIP-клиент. Ну, давайте, мы работаем не с VIP-клиентом, ребята, давайте. Мы обычных людей будем лечить. Опять дедок этот. Слушай, чувак, мы же тебя лечили уже. Ты пришел долечиваться, ну что у тебя там с ногой, давай посмотрим. Так, опять шпора, да, у тебя образовалась на ноге. Сейчас мы это все счистим, подожди. Готово. Ай, у тебя тоже волосы повырастали, господи ты, божечки ты мой. Ладно, сбрим сейчас все. Так, может тебе оставить пару волос, как ты считаешь? Тебе нужны? На мизинце, например, мы тебе бы оставили бы волоски, пусть бы росли дальше. Так, дальше поехали. Так, чувиха, привет, ложись. Давай посмотрим, что у тебя там с ногами. Так, а у тебя просто червь там, гной, да? Давай вытащим его. Опа, и вытаскиваем. Все, ничего такого необычного, ничего такого страшного нет. Все, получаем денежки. И мы открыли новый инструмент. Посмотрим, что с этим инструментом. А, педикюрные кусачки, они это называются. Педикюрные кусачки. День четвертый завершен, и мы дальше примем еще одного клиента. А, что ж купим? Давайте станцию будем прокачивать. Ух ты, круто. Прилягте, пациентик новый. О, нет, что у тебя с ногтями? Слушай, я не знаю, что с ними делать, слушай, реально. Фу, вытаскивать надо, ногти вытаскивать. Ё-моё, какая гадость. Ладно, что ж не поделаешь. Теперь это все сейчас. О, нет, смотри, нормальные ногти. Там под низом были, оказывается. Ничего такого страшного и не было. Да, ребята. Ну как вам понравилась игра?
Если понравилось, то обязательно ставь лайк этому видео и не забудь подписаться на канал. А мы сегодня заканчиваем серию. Так что всем пока-пока!